Так, эта больница уже давно моя, я всех просто пациентов пережрал. Вообще уже тут никого нету, мне тут скучно, я даже не знаю уже, что мне тут делать. А может... Так, тут у нас свежий трупачок, а медбрат сидит, валяется. А если я позвоню полиции и скажу то, что тут произошло убийство? Значит, я заманю полицейского в эту больницу? Придет новая жертва, я его тоже захомячу! Так, 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 надо, надо так сделать. Так, один, все это... Алло, слышно? Алло, слушай, что такое? Господин полицейский, да? Да? Да, Евгений Холм. Вообще, тут у нас местной больницы психушки, тут такое произошло, такое убийство. Еду, все, выезжаю, ждите, срочно ждите. Давай. Забанил местного придурка. Шериф, так, где он едет уже, наконец, не я и хочу. Так, едет, так, быстро, надо спрятаться в моих книжках. Так, куда? Быстро сюда, где он сейчас зайдет, мне надо его как-то напугать. Или где он? Так, опа, зашел полицейский. О, наверное, да, удивился, потому что там трупак какой-то. Так, у меня тут есть план небольшой, дымовая граната, я его сейчас отравлю, и тогда захаваю, никто просто не устоит этот дымовой гранаты, сразу задохнется. Так, он расследует там что-то, да, расследует, смотрит. Да ничего там, чувак, нет, ничего там, лови, паскуда, лови! Сейчас подожду, пока он там рипнется, и прибегу к нему и захаваю. Все. Сдох наш полицейский! Ну что, он там очухался, наш полицейский? Давай. Так, очухался. Так, сейчас надо придумать, куда его заманить, чтобы потом сожрать. У меня в подвале есть отличное место. Там у нас операционные. Вот там краски, я смогу его разделать и завалить. Так, а куда он вообще пошел? Куда он вообще поднимал? Так, твою мать! Он меня спалил! Так, надо в подвал, быстро! Вот тут в подвале. Так, он 100% сейчас сюда придет. Где бы мне тут спрятаться? Тут у меня есть. Ага. Психи. А куда бы мне пойти? Может, в операционную? Я пока вот тут поставлю и подожду его. Ой, какой-то подвал. О, что здесь такое? Какие-то психи! Кто это? Что здесь происходит? А ну выходите, это подвал! Ай, привет! Полицейский, я вас вызывал! Вы полицейский? Это вы мне звонили? А ну рассказывайте, что у вас тут происходит? А ну да вообще жесть происходит! Вы видели наверху убийство? Я вообще вот тут спрятался в подвале, чтобы меня тоже не убили. Тут вообще маньяк. Везде трупы стоят, какие-то вообще непонятные, да, что-то у вас тут происходит. Да что это такое? Трупы, это обычная больничка. А, вы, наверное, там надышались сверху. У нас там трубу прорвало, вы там надышались газу, да? Было такое. Да, было такое. Ну вот, значит, вам все кажется. Скоро отпустит, это вам галюны просто. Вот, смотрите, везде кровь, везде паутина. Да, нет, это обычные пациенты вот тут ходят. Так, давайте меня сейчас не будем. А кровь, потому что убийство у нас произошло. Поэтому я вас и вызвал как полицейский. Так, я квалифицированный полицейский. Детектив Шерлок Холмс почти, только Евгений Холмс. Ну. Вот, и тут вы труп валяется, смотрите. Конечно, труп валяется! На первом этаже побежали, у нас же убийство произошло, конечно, труп валяется. Идите сюда, полицейский, быстро. Хорошо. Так, давайте, рассказывайте, что как. Вот, смотрите, я был там внизу, ну у меня там офис, это вот тут, точнее, на первом этаже, а вот тут у нас вот Петрович сидит. Я такой слышу, он типа такой. Я прибегаю, и вот трупак у нас. Убили Петровича! А с вами-то что такое? Почему вы весь фиолетовый? Да. Чего? Глаза красные какие-то. Извините, какие фиолеты? Ничего не красное. Я как бы врач, вы вообще, наверное, говорю, обдышались вот этой. Что там было вообще? Газа вот этого! Надышались! Да, и все. Да не может быть да такого. Как вам кажется, ну как бы я уже врач, уже 38 лет. Я все могу тут объяснить. И что с вами происходит сейчас тоже. Все нормально, полицейский. Да. А так скоро пройдет, да? Ну, 2 часа и пройдет уже, мне кажется. Идите сюда. Да. Вот мой офис, вот смотрите, вот тут все. Да, у нас просто старенькая больничка, я согласен. Ну что поделать, как бы. На ремонт власти тоже. А что у вас тут все забаррикадировано? Ну так я говорю, старенькая больничка, что поделать?
Все нормально у нас тут. Вот мое место, вот я главврач вот этой больнички. А что мы вообще тут сидим? У нас же убийство произошло. Понимаете? Это срочно, давайте быстрее в подвал, быстрее в подвал. Я хочу там все смотреть, быстрее. Так. Смотри, только быстрее, сейчас секундочку в туалет сбегу, сейчас быстренько. Да какой туалет? Ну как бы у нас. Все, у нас времени вообще нет. Подождите, а что с Петровичем делать? Что с Петровичем? Может вы там искусственное дыхание ему как-то? Может он еще жив? Да вы как бы доктор, вы тут должны искусственное дыхание делать, если он еще жив. Не, он мертв, это уже безнадежный случай, не спасти. Хорошо, хорошо! Так, тут срочно бежать в подвал, предотвратить всех. На втором этаже ничего нету, нет, ничего нету, побежали. А камера. Так, хорошо. Жалко, что камеры не записывают. Вот рабу были бы новые у нас камеры, 100% бы записывали. А так ничего не записывает, понимаете? Эх. То есть вот это мне все кажется, да, что вот эта вот паутина, да, вот. Не, ну иногда где-то вот там есть у нас паутина, но это я говорю, это старая больничка, понимаете? А вот это просто. А это что? Это очень такой, я даже не знаю, очень сложный случай. Это Стефанчик у нас. Стефанчик. Он уже 10 лет в этой больничке, психушке, и до сих пор бегает. 10 лет без перерыва туда-сюда, туда-сюда. Понимаете? Какой-то у вас страшная, конечно, больница. Прям... Конечно, страшно, вы хоть раз. Вы меня просто дурите! Я не могу вот это вот видеть того, чего нет. Ну подождите! Вы пришли, да? Вы пришли! И я видел то, что вы там в обморок упали, да? Это вы надышались газа, понимаете? Надышались. А вы видели, как я в обморок упал? Я видел, я спустился на нижний этаж, чтобы взять шприц с адреналином, чтобы хреначить вам грудак, и чтобы вы проснулись. Но я не успел, вы и так успели проснуться. Понимаете? Да, вот я не... Вы тут осторожно! А что у вас тут за монстр? Осторожно, осторожно, капканы! Осторожно, не наступите на капканы! А почему у вас тут вилки, ложки? Ну, как бы мы кормим пациентов через вот эти отверстия. А, да? А это что за монстр с красными глазами? Ну, как бы этот пациент просто уже полностью с ума сошел. Вот поэтому мы тут капканы и поставили. А вдруг он вылезет как-то? И чтобы он сразу в капкан попался, чтобы не убежал с больницы. А это у вас что такая за комната? Ну, человек без ног лежит. Да ты же с ума сошли, какие без ног, все нормально. Этого, я говорю, вам все кажется, это у вас галюны, обычный пациент. Смысле, кажется, вот ног нету, весь в крови лежит. Это что такое, мертвый? Какой мертвый? Вот, лежит девушка, 18 лет. Только какая отошла девушка? От анестезии, ну как бы вот, обычная лежит. Я говорю, какая это вам все кажется. Это мужик мертвый. Да ничего нету, да вы меня пытаетесь обдурить. Я вообще-то как раз таки не наркоман, я ничего там не дышал вот этими газами. Все нормально. Полицейский, вам реально лечиться надо? А тут тоже, да, у вас тут тоже, да, девушка лежит? Не, вот тут у нас мальчик 8 лет лежит, как бы лечится. Какой 8 лет? Тут чувак без ног лежит. Какие без ног? Мы ему только аппендицит вырезали, а не ноги отрезали. Начальник, вы вообще в себе как бы? Так, что это такое? Что? Я не понял, как это так? Вам все кажется, ничего тут нету. В смысле, а может кого-то еще позовем? Может, все-таки не кажется? Был бы тут еще кто-то, я бы вас не звал, начальник. Все нормально, успокойтесь, скоро... А может быть, вот этих вот в клетках спросим? Алло, ребята, да, вы тоже... Да, конечно, мы их 10 лет лечим, потому что они психи, даже не разговаривают, а вы хотите у них что-то спросить? А, ну, в принципе, да, вы сейчас подумаете... Ну да, спросите, вы как раз обдолбанные, спросите. В смысле, как вы обдолбанные? Нет, я никакие не обдолбанные. Что, я не понимаю, выпустите меня отсюда, да, не... начальник, идите сюда, мне кажется, вам нужно пройти наше лечение. Чтобы вас отпустило быстренько. Какое лечение? Лечение, давайте. Вот в этой клетке, вот в этой клетке мы вас быстренько вот пролечим. Нет, вы где? Там лифт нерабочий. Куда? Вот, сюда, в этой... А еще один труп валяется, что же да делать? Да ничего тут нету, что ничего тут... Здесь? Начальник, вы меня даже с ума сводите. Вот в этой клетке мы вас быстренько вылечим. Я не хочу, вы... Давайте, быстренько в эту клетку, никуда в эту клетку. Давайте, давайте. Сюда. Ага. Наконец-то. Ну что, дурачок, заманил я тебя в свою ловушку. Это мне кажется, да? Вы меня лечить будете, да? Да, будем лечить, будем вам жарить у вас всех. Так, в смысле жарить? Алло, куда жарить? Да. Мне, начальник, это вам ничего не казалось, все на самом деле так и есть, как вам кажется. Да. То есть вы меня обманули? Да. И что вы сейчас делаете? Вы за это поплатитесь, вы за это ответите. Да, давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас поужинаю, да, и потом я отвечу, хорошо? Чем вы поужинаете? А, ну, нет, это не камера лечения, это печка. Это печка, вот печка. Какая печка? Алло, открой меня! Ты давай не шути! Горю! Помогите! Жарься, мой ужин, жарься, давай! Помогите! Ha 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 ha!